Один пешеход аварийно остановил транспортный поток. По принципу домино столкнулись автомобили сегодня на перекрестке Хасан-Туфана и Сюмбике. Масштабное ДТП случилось примерно в 3 часа дня у пешеходного перехода. Пострадало сразу 6 автомобилей, отечественные вперемешку с иномарками. Со слов очевидцев, ничего не предвещало неприятностей. Поток машин двинулся на зеленый сигнал светофора в сторону проспекта Беляева. Загорелся зеленый, да. Все, впереди идущая машина у меня была. Пятерка или семерка темно-зеленая, она стала пешехода пропускать. Я, чтобы в него не въехать, тоже стал притормаживать. То есть это я стал притормаживать еще вон там, в начале перекрестка. И все, пока притормаживал, доехал до семерки, остановился, и мне удар. И буквально за мгновение собрался паровозик из 6 авто, которые врезались последовательно друг в друга. Ни водители, ни пассажиры травм не получили, как и пешеход, пересекавший дорогу на красный свет. По словам водителей, он ушел, как ни в чем не бывало. Найти его и доказать его вину будет непросто. Ни в одной из машин не было регистратора.